В минувшую субботу в бильярдном клубе села Белоглина впервые прошел открытый турнир муниципального образования «Белоглинский район» по русскому бильярду среди мужчин. Были соблюдены все тонкости – регистрация участников, правила, вступительные взносы, регламент игр, жеребьевка. С раннего утра здесь было оживленно. В уютном зале собрались любители бильярдной игры и болельщики. Перед состязанием игроки провели небольшую разминку, морально подготовились к долгому состязанию. Для района это значимое событие. На торжественном открытии турнира глава Белоглинского района Олег Ефимов поздравил гостей и участников. Вам пожелаю, конечно, удачи, ровного дня, круглых шаров. И надеюсь, и у нас в Белоглине, может, когда-нибудь мы перейдем на тот уровень, когда к нам будут приезжать со всей России, чтобы сыграть, потому что у нас прекрасный зал. Я надеюсь, победит сильнейший, поэтому вам успехов, удачи. Конечно, все эти мероприятия проводятся все вот эти дни в честь нашего великого праздника. Это 77-я годовщина Великой Победы. Предоставили слово главному судье соревнований, начальнику отдела развития физической культуры и спорта Краснодарской краевой организации общества «Динамо», подполковнику внутренней службы Олегу Лукьянову. Система проведения – это швейцарская система. Игры будут проходить на 4 прекрасных столах. До 2 поражений. То есть человек, который получит первое поражение, переходит в блок, во второй блок, где продолжит свои соревнования, пока не получит второе. Те, кто побеждает, естественно, по сетке могут добраться до победителя. В турнире предстояло соревноваться бильярдистам-любителям из 2 районов – Белоглинского и Песчанокопского, рассказывает управляющий бильярдного клуба Алексей Корягин. Белоглинский район у нас очень перспективный, поэтому мы решили провести официальный турнир. У нас есть спонсоры, которые нам помогают в этом вопросе. Спонсорами спортивного мероприятия выступили заместитель директора по общим вопросам общества «Аметист» Валерий Удовцев, директор по финансовым вопросам общества «Аметист» Виктор Пшеничный. За финальной частью районного турнира наблюдал глава Белоглинского сельского поселения Александр Слюсаренко. Коллегия подвела итоги и определила призеров. Второе почетное место занял Вадим Лихачев. Медалью. Молодец. Молодец. Почетной грамотой. И денежным призом. Победителем открытого турнира муниципального образования Белоглинского района по русскому бильярду среди мужчин стал участник из села Песчанокопского Гамлет Мнацаканян. Награждается кубком. Медалью. Спасибо. Ну, сражение это целый день происходило. Почетной грамотой. Целый день человек за медаль старался. Новый спортивный праздник подарил участникам и болельщикам массу положительных эмоций. Будем надеяться, что подобные турниры станут традиционными в районе. Турнир продолжался как бы длительное время, более 10 часов. Хочу поблагодарить нашего судью Олега Николаевича. Все было на высшем уровне. Спасибо большое. Он корректировал наши огрехи, которые были в игре. Подсказывал, что все было прекрасно. Выразить благодарность администрации Белоглинского района. Все прекрасно. Мы у вас в гостях. Все очень понравилось.